Всем привет! С вами снова я, Иринка. Сегодня мы на обед будем делать толченую картошку и домашние котлетки. У нас полкило фарша, одна луковица, потертая на крупной терке, одна большая картошка, тоже потертая, серенький хлеб, замоченный в молоке. Мы чуть-чуть молоко отожмем, хлеб высыпем и одно яйцо. Насыпаем соль и черный перец. Теперь нам надо все это хорошо перемешать. В муке котлеты я не обмакиваю. Все, у нас все перемешалось, вот такую однородную массу, такое получается. Теперь я беру так немножечко, наготовлю такие шарики, такого размера примерно. Шарики наши на котлетке готовы. Вот так вот они выглядят. Разогретое масло на медленном огне. Нам надо будет их теперь обжаривать. Я слегонца придавливаю. Такую вот делаю формочку. Все, теперь мы на медленном огне будем их обжаривать. Вот такие красивые котлетки получаются. Наши котлетки готовы. Отлично пропеченные, прожаренные. Такие вот они у нас получились. Если вы сомневаетесь, что котлеты не прожарились, я вам советую на 3 минутки в микроволновую печь поставить их. Тогда сомнений не будет. Теперь мы к нашей картошечке ложим наши красивые котлеты. Все, наш обед готов. Всем приятного аппетита! С вами была я, Иринка. До новых встреч!